нам подходят люди, иностранцы, и говорят, можно сфоткаться, у них руки дрожат. Только из-за того, что пришла Ника в команду, появился вот то, что у них сейчас 20 миллионов, да, условно. Готовят какую-то почву для нас, чтобы мы приехали и начали покорять Запад. Корабль, я не знаю. Домикса! Приветики. Как настроение? Ребят, здорово. Как может быть настроение, если у моей команды 20 миллионов в ТикТоке? Вы что, супер вообще? Как ты считаешь, а что нужно сделать ТикТок домам другим, чтобы достичь такого же успеха, как и вы? Надо быть XO-Team, во-первых. А второго не существует. XO-Team – самая лучшая команда, самая потенциальная. И у XO-Team больше всех подписчиков в мире. Йоу, расслабьтесь. Кого бы добавил в XO-Team из участников? Ну, наверное, игроков ПК на спорте. А как по-другому? А кого, например? А всех, знаете, это моя команда, пусть ей приходят. Ну, я капитан, во-первых, футбольной команды. И если моих ребят не принимают, то я буду очень разочарован. А как ты думаешь, актуальность TikTok домов сколько еще вообще продержится в сфере медиа? Да слушай, я думал полгода назад, что все TikTok дома потихонечку начнут выдыхаться. Так и случилось. Но у XO-Team открылось второе дыхание, и мы делаем качественный контент на мир, во-первых. И когда мы, ну, предысторию, мы приехали в Турцию, к нам подходят люди, иностранцы, и говорят, можно сфоткаться, у них руки дрожат. И мне кажется, это какой-то признак того, что мы не только популярны в России, мы идем на мир потихонечку. Марисе, например, и Герри уже живут в Америке, и они готовят какую-то почву для нас, чтобы мы приехали и начали покорять Запад. То есть в планах все-таки есть приехать в Америку, покорять дальше? Конечно. Только путь на мир, только бесконечная популярность, и в этом духе все. Здравствуйте. Как твои дела? Отлично, у тебя как? У меня тоже все хорошо, я вас от души поздравляю с таким классным событием. Мне кажется, что всегда за большим успехом стоит какой-то труд, какие-то провалы, может быть. Расскажи, что стоит за действительно огромным успехом XO-Team? Наверное, все видели то, что XO очень качественный контент, который не выходил на мир по каким-то, не знаю, тем или иным причинам. Все всегда хвалили за их классную съемку, за то, какие у них идеи. Но у них был такое большое количество подписчиков, 5,5 миллионов летом. И потом, в один момент, когда я пришла, мы начали снимать что-то, стараться на мир уже запускать, придумывать какие-то идеи, танцевать именно тренды, использовать трендовые, именно популярные мировые звуки, тогда и начался вот этот вот весь рост, благодаря чему и получилось то, что мы имеем сейчас. Многие говорят, что ваш успех, команда XO-Team в том числе, потому что там появилась ты. Как ты к этому относишься? Ну, какое твое мнение, ты согласна? Блин, просто на каждом шоу, на каждом интервью всегда спрашивают об этом, потому что все считают то, что только из-за того, что пришла Ника в команду, появился вот то, что у них сейчас 20 миллионов, да, условно. Это я цитирую. Но, да, я когда пришла в команду, видео стали выходить на мировую аудиторию. Да, это было, это все видели. Но если бы, например, я уж пришла в другую команду, где не было бы такой съемки, таких идей, такой подготовки, не было бы такого большого эффекта, такого большого роста. Именно из-за того, что у XO есть именно своя стилистика, то, как они видят, то, как они снимают, мы с ними объединились, скажем так, и вместе все команды работали над этим, чтобы иметь вот что сейчас. А как тебе легче работать, когда ты одна, вот раньше ты была, или все-таки в команде? Успех же все равно делится на несколько человек, согласись? Ну, да, наверное, но когда, к примеру, я была одна, в кадре всегда была я одна только. И некоторые из подписчиков, конечно, скучают по этому, но мне нравится снимать в команде, это весело. Конечно, у меня есть тиктоки, где я снимаю, да, когда я собираюсь, там, устраиваю себе какую-нибудь съемочку, а когда у нас общие съемки, мне нравится снимать с ребятами, это круто, когда в кадре, то есть не только я одна, еще и кто-то рядом, это очень классно. Вы каждый раз делаете тусовки, я могу сказать, что они с каждым разом все круче и круче. Что нам ждать дальше? Может быть, тусовка я не в самолете? Знаю, я не знаю. Все тусовки минус, мы не зарабатываем, у нас все всегда бесплатно. Поэтому это самая дорогая, и потом, я не знаю, что корабль, я не знаю.
Домикса. Я не знаю, сколько человек здесь сегодня будет, потому что приглашено еще очень много. А ты бы хотел к ребятам поехать, к Еве, Гере и Маше, поехать в Америку и работать там? Я жил в Америке полгода, переезжать туда я не хочу. Но просто так съездить с удовольствием поеду до февраля. У меня до февраля виза. У вас просто сейчас появляется вообще всенародная аудитория, вас узнают, что ты чувствуешь, когда вот мне Володя рассказывал, что к вам в Турцию подойдут, узнают, и у ребят трясутся руки. Что ты чувствуешь в такие моменты? Это очень странно и необычно на самом деле, но мы поняли тот факт, как выходить на мировую аудиторию, и по статистике, когда смотришь, кто смотрит твой ролик больше всего, там Турция реально находится. А сколько бы ты хотел подписчиков, чтобы было в ТикТоке у XO через год? 100. Вишня Ньюс.